Приветствую вас на канале AsmodeePlay. Мы продолжаем играть Звездные войны, джедаи, изгой. Так, мы... Где мы? Корабль. Да, мы корабль. Давайте посмотрим. На корабле мы прилетели в летающий город. И дальнейшее развитие событий. Что же нас ожидает? Летающий город. Заманчиво. Панель информации обновлена. Так, толчок силы у нас увеличился. Увеличился. Итак. Продолжить. Вот так. А это что-то. Так, вот здесь вот будьте внимательны. И воздух прошел. Давай. Все. А иначе бы нас дуло. Это как огромный поршень. Ну, как у меня прямо-таки. Да. Я с тобой совершенно согласен. Куда бы это годно? Ни стыда, ни совести. Хожу тут как у себя дома. Да, все. Ну, это печально. Прискорбно. А, хрен надо откроется, смотрите. Когда... Вау! Тихо. Да тихо ты. У них, кстати, можно, по-моему, оружие теперь вырывать из рук. Я думаю, почему раньше? Это, оказывается, от силы зависит. Так. Тут главное не заблудиться вот. Бамк. О. Так, ну-ка, что будет, если я в эту сторону пойду? По-моему, тот же эффект. По-моему, тот же эффект. Я почему-то уверен. А, так мне сюда и надо. Все. У нас, кстати, по-моему, способность получили затуманивание разума. Сейчас. Давайте посмотрим, что это за лифт. Куда он меня приведет? Ой-ой-ой. Тихо. Не. И куда ты меня привел? Что у нас здесь есть? Отсюда мы выходить должны потом. Ну как бы то ни было, мы уже, ладно, расчистили себе здесь место. Давайте сваливать отсюда. Так, пойдемте дурачить ему мозг, значит. Он еще, кстати, смотрите, не обращает внимания на нас, такой пися важный. Ой, ну-ка, здесь что? Такая же штука. Что за коридор-то?
где последний? Так, ну и что мы здесь имеем? Второй ангар. Экран защиты, так. Ничего не понимаю. Может, я что-то не так делаю? О. Все, понял, что тут. Опа. И на второй, наверное, такая же штука была. Но только у меня вроде это все есть. Ни в чем не нуждаюсь. Но тем не менее, вдруг вы в чем-то нуждаетесь, вы знаете, где можно взять. И в первом, как я понимаю, варианте, и во втором варианте можете пополнить жизни, броню. И... Так, нам надо пробежать через эту камеру. Хреном ее откроют. Вот теперь какое у нас там затуманивание разума там. Хитрость. Так. Так, на скорости. Опа. Так. Ну все. Мы с вами промчались. Это долгий путь. Так, все, у меня все есть. Целенький и невредимый. Появляюсь на... Ой! Блин. Так. Тут надо нам скорость. Когда скорость? Давайте смотреть. Как только сетка появится, так сразу и скорость. И бежим, 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 прыжок, отстреливаемся. Вот так. Нет, мы пропустим уж, извините. Я не рандомный проходильщик. И побежим, нет? Нет, это та сетка. Здесь у нас сетки не появилось, потому что вон та хрень должна прибыть. И как только она встанет, мы с вами побежим. Сваливаем. Вот так. Не забывайте встать посерединке, иначе задавитесь где-нибудь нахрен. Ну-ка назад. В меня кто-то попал, что ли, или что? Кто, где? Блин, на эту штуку наткнулся, блин. Ой-ой-ой. Так. Ладно, пока мы ожидаем прибытия груза, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии. Мне это очень нужно. Знать ваше мнение о том, кто проходил игру, как проходил, что делал, на какой сложности, потому что я проходил ее на большой сложности, а сейчас на джедай, средняя, то есть, а проходил на мастер. Так, все? Все. Со следующим нам надо бежать вон к той двери. Со следующим лифтом.
Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Так что заметили? Мы можем дурачить людей. Давай. Опа. Я не понял, это почему, что случилось? Нет, так не пойдет. Давай. Я вот так вот сделаю. Нет, не так, блин, блин, рано ты сделал. Давай, вот он вверх идет. Давай, бежим. Нет, мне такое тоже не надо. Я хочу вас всех завалить, падла. Ничего страшного. Все, помер. Так. Вот, кстати, я теперь могу еще лечиться. На F5, если не ошибаюсь, лечение. Ну, каждый сделает себе кнопку как удобней. Ну, тогда исчезает сила. Естественно, за счет силы мы и лечимся. Давайте. Спускаемся. Ой, спускаемся, поднимаемся. Я думал, мы спустимся. Так, потому что мы сколько вверх поднимались, это... Давай. Возьмем боеприпасы. И... Почему-то один вышел встречать. Все. Быстро. На. Хопа. И куда меня выбросило? Где я? Спокойно. На меня кто-то ругается, точно вижу. Точно помню. И мне понадобится вот это. Ха! На! Вот так. Никто! Бух! Не смеет мне указывать. Подождите, нет, это не из этой игры. Это же с этого. Это же с этого. С Варкрафта. Фроза Трон, по-моему. Я достигну власти, которая не снилась моему отцу. Ну, учитывая. Ой, куда мне дальше-то? Гопа! А, не допрыгнуть. Нет, значит. Значит, вот сюда, вот, вон. Видите, пар идет. Блин, да нет, как? Не попал-то еще туда. Почему так? Не понимаю. Опа. Я чувствую отклонение в силе. Мультик. Но здесь есть что-то странное. Вот это, кстати, искусственные джедаи, о которых говорилось в какой? Противник. В первой или второй серии говорил-то. Противник. По поводу искусственного джедайства. Ты пожалеешь. Давай. На скорости тебя порубаю. Вот так. Отрезал тебе запчасти. Странно. Он посмотрел как джедай и дрался как джедай, но его сила ощущалась такой покореженной. Конечно, искусственно, потому что созданы. Так. Ой-ой-ой.
Где? Ну вот и все. Так, на минутку. Так, будем прыгать. Хоп. Перепрыгнули. Где-то еще, что ли? Что за звук был? Вау! Вот так вот. Да. Кстати, сила меча делается на его, посмотрите. А, у меня еще не делается пока. И у меня пока еще не делается, ладно. Давай, давай. И. Вот так. Давайте, я пополню жизни пока. Потом броню пополню. Так, 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 так. Заправимся. По полной. Все. Ой, 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 мне это не нравится. Это летающая хрень подета. Сила приведет тебя. Конечно. Ко мне. Так. Давай, насилие. Давай, насилие, на скорости. Кстати, их можно сбрасывать куда-то. Да. Где-то. Ты пожалеешь. Да, на скорости-то ты слабак. Куда уж ты против меня-то? Не. Так, это мы сделали. Здесь у нас что? Непонятно что. Ну давайте посмотрим. Я не помню, у нас броня там оставалась. Кто помнит? Нет, броню мы вроде всю вытащили. Всю вытащили броню. Ой, приведет тебя ко мне. Надо было встать, что ли, вот сюда доехать. Позорище. Я уж дойду ножками. Ну там тоже что-то опасное, наверное. Здесь у нас, блин, я думал, броня. И будем воспользоваться услугами вот этого красавчика. Вы должно быть тот, о ком мне говорил дроид Ландо. Мне надо его оберегать. Так что сохраняйтесь, сохраняйтесь. Вот эта хрень вас будет сейчас сопровождать. Оберегайте его. Ну давай. Вот начинается геморройный такой эпизод. Это именно вот сопровождение этого робота, потому что будут нападать на него. Нападут на него. Ну и на вас заодно. Так. Так, ладно. Я понял, что ты хочешь. Вот, вот, что и требовалось доказать. Ловушки, мин будет этих, господи, коридор целый. Так. Ну вот ты дебил, что ли? Я и без тебя дверь-то открыть могу.
кнопки-то поменял управление. Давай. Я готов отстреливать всех. Надо приготовиться. Валим. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. А кто сказал, что легко будет? Да. Вот. Уничтожен, ладно. Давайте вот так попробуем. Ну давай, где ты, ерунда? Чепуха. Да ё-моё! Ой-ё. Ни хрена себе, я себе оружие-то подобрал, даже и не знал об этом. Давай. Давай, малыш. Где еще один? Кто бомбами-то шмыряется? Да. Фух. Так, андроид. Падла. Давай. Открывай замочную скважину. Так, пока мы не можем на ходу лечиться. Но потом нам эта функция станет доступной в дальнейшем. Все. Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить. И не могу я туда тоже. Вместе с тобой бы сейчас спрятался, сидел бы тоже бы там. Но нет, нас ждут великие дела. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Вы представляете, это я на простом вот здесь запаривался проходить. А как я на сложном там проходил? Я просто пиш-пиш-пиш, вот эти надо было убивать. Бомбы. Бомбу убивать. Взрывать. Взрывать, конечно же. Давай. Где ты? Опа. А я уже здесь. Опа, ты не угадал. Тихо. На, ну чё ты, руби его. И мы оказались в этой комнате. Чё, нам жать надо? Вау, броня. Так, мы чё, сюда из-за брони пришли? Ладно. Пока мы в безопасности, давайте пополним жизни. Пока жизни пополняются, не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал. А также оставлять комментарии. Комментарии — это очень ценно, потому что мне очень интересно знать ваше мнение о данной игре, о прохождении, кто как проходил. Или проходил ли он вообще. Нравится игра, не нравится. Какую серию Звездных войн он предпочитает. Так. Да тихо ты, вот так, башку тебе снесу. Все? Все. Ой. Здесь у нас будет
Еще та битва. Ой-ой-ой, нет. Иди сюда. Посмотрите, мы отобрали у него. А что бы он делал? Неизвестно, что бы он делал. Вот, подожди. А, это тело его. Я думал, это пульс разломать можно. Все, идем к тем воротам. На этой планете у нас первая будет стычка хорошая. Жить. Ой, кто? О. Итак, скорость. Но что-то ты какой-то лошара. Я тебя сразу прибил. Не стрелять, мы на вашей стороне. Вы должны быть Катарн. Ландо отправил нас на помощь. У нас есть отряды, которые попытаются отбить этот участок города. Но это не простая задача. Это местечко переполнено головорезами Риила. Наши люди помогут вам, чем смогут. Удачи! Да, удача мне пригодится, конечно. Спасибо, вам тоже. Так. Страшно? Ну правильно, когда тебя мечом тыкают. Световым. Сжечь. Ой-ой-ой. Тихо, 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 мне. Помощь-то ваша. Тихо, куда ты? За оружие побежал, падла. Нет, я тебе не дам. Открыть огонь. Я не дам, моя кровожадность не знает пощады. Замерзунга, или кто он там? Кто? Где? Блин. Противник, тоже мне противник. Да. Вот и все. И кончился весь противник. Че, еще кто-то где-то? Да нет, вроде все тихо. А, вон он. Видите? Ну давай. Да, ё-моё. Ну, бог с тобой. Не очень-то и хотелось. Не понял. Не стреляйте, мы за вас. Вы за нас? За кого за нас? Это я тут один воюю. Открыть так... огонь. Побочный эффект. Тихо. Кто где еще? Ой-ой-ой-ой. Да тихо, да. Почему я не могу на пушку сесть? А, я же управление поменял. Сейчас мы быстро выкурим. С этой-то пушкой. Ой-ой-ой, по мне что, все это время стреляли снайперы, что ли? Так, ну давайте подлечимся. Чё, охраняйте меня? Оберегайте меня, как Зенцова, как оберегайте. Должен же быть от вас какой-то смысл. Какая-то польза должна же быть. Опа, смотрите, как я могу. Так. Противник. Вот что и требовалось доказать. Ещё и вещь сложил. Как благородный. Ну, благородные господа, где вы? Я останусь здесь и посмотрю, смогу ли я не дать им зайти вам в спину. Давай. Еще один готов. Ну, это сжечи. Ты молодец. Противник.
все? Обезоружили. Что ты будешь делать? Куда ты побежишь? Ага, сейчас, размечтался. И оп. Все? Что у нас еще тут есть? Кто куда бежит? Есть? Нету. Давайте подзаправим свои жизни. Соточка. Молодец. И теперь бежим. Бежим, бежим. Тихо. На тебе. Это ты последнее сделал сейчас своей рукой. Все. Больше тебе дзюбу не поизображать. Хотя нет, поизображать, у тебя же вторая рука осталась. Ну ты мертв, правда. Но это мелочи. Это мелочи. Давайте. Устроим потасовку. Вот сейчас мы увидим. Тут небольшой спектакль. Да? Видим спектакль? Не увидим. Ладно. Что, все? Ой-ой-ой-ой. Тихо. Да как так-то? Так. Мы с вами, командир, ведите. Ведите. Где вы раньше-то были? А, раньше, раньше я же вас освободил. Раньше. Да, мой косяк. Ну как мой косяк? Я просто не знал, что вы там, ребята. А так бы я давно бы вас освободил. Как вы могли подумать только, что я вас могу там оставить? Давайте. Гуфи. Сжечь их! Так. Противник! Ну вот и все, и этот тоже уже помер. Да. Не понял, кто по мне? Ты почему здесь стоишь, падла, и ничего не делаешь? Ты должен был грудью меня защищать, встать на мою защиту всеми известными тебе способами. А ты, кусок говна. Давай, вниз. Ну и сюда, я так думаю. Сюда? Хрен там, сюда. А, вон на тот. Нет, нет, нет. Кто? Кто? Кто где что сказал? Вы давайте тут не балуйте мне. Вон он. А не тот ли ты беглец? Ой-ой-ой. Ничего себе. Которого я пристрелить не мог. Еще кто-то где-то же булькает. Куда? Стоять, падла. Криворогая. Тихо. Что-то открыли. Все? Ну, думаю, все. Дверь, наверное, открыли. Да. Я так и знал. Теперь осталось всего лишь самая малость. Прийти, увидеть, победить. И сваливаем с этого летающего острова. Вот только вот здесь, по-моему, у меня джедая будут ждать. Две штуки. Да? Да, но одного, допустим, я на скорости завалю. А второй... Давай. Открыть огонь! Вот он. Первый. Ты сбежишь как трус? Да хрен так!
Ты пожалеешь. Кстати, если их уроните, бывает такое. Ты пожалеешь. То тоже можете. Твои усилия тщетны. На. Мои движения гораздо быстрее твоих, лошара. Так, ну все, мы их здесь завалили. Никакой брони мы, конечно, естественно, тут найти не сможем. Питайтесь своими чувствами, мыслями и силами. Идем. Ну, к дальним воротам давайте пойдем. Хрен там, так. Тут у нас ничего нету, тут у нас яма. И куда нам надо идти? Ну, то, что сюда, это точно. Эти ворота не открываются. Так, ладно, предположим. Что, назад нам? Назад нас не пускают. Так. И что у нас остается? Вода. Но я сомневаюсь, что тут. Не помню, что по воде здесь плавали. Так. У меня в столбах ничего нету. Что-то я. Вот он, лифт. Говорю же, что-то я упустил. Не может быть такого, чтобы никуда вести дорога. И вот здесь подлянка. Опанька! Да? Никто не знает, что за подлянка, я расскажу. Видели? Видели, что за подлянка? Только он в центре потом окажется. Вот так. Видите, сзади тоже. Нифига не так. Надо сразу их завалить будет. Крутой трюк. Ой, а что, так можно было? Нельзя было так. И... Крутой трюк. Я сейчас даже запариваться не буду. Ига! На! Вот так. И сэкономил и время, и средства. Ага, вот, подождите. Не все так радужно, как казалось бы. Это там броня у меня? А, нет. Я думал, броня. Даже обрадовался немножко. Ну, наконец-то. Ну, ладно. Идем без брони. Она мне не очень-то и нужна, если я могу самостоятельно восстанавливать свои жизни. Осталось немного, по факту-то. Вот так. Вот, который открывал, посмотреть. Вот. Куда ты? Где ты? Прыгать надо в воду, чтобы не разбиться. И вот так. Опа! Я не понял, что, бластер тоже могу, что ли? Оп-оп. Чего за беспечность, я не понимаю. Кто так охраняет? Ой. Ну-ка, давайте-ка идите сюда. Что ты там говорил? Я не понял. Может, что-то хорошее, красивое и жизнерадостное, но
С этими вопросами не ко мне. Какая у меня тут жизнерадостность? На меня охота ведется. Какая жизнерадостность у меня тут может быть? Если вы меня прессуете. Да. Вот так. Пополняем. Соточка. Двигаемся. Двигаемся, не стоим на месте. Опа. Все. Оружие нам все нужно. Отстреливаться от вас, гадов. Империя. У нас тоже тут своя империя. Давай, открой, открой, открой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, имперские войска. Имперские войска, вот они так... Штурмовики? Они, что так, кстати, оставшиеся делают здесь? Самые смешные будут, если их лишить оружия. О, у меня все оружие есть. Какая прелесть. Так. Смотрим. Да ё-моё, у меня... Вот. Если их лишить оружия, они вообще сказочно бегают. Этот-то что-то за оружием побежал хоть. А эти-то, по-моему, за оружием не бегут. Противник. Давайте посмотрим. Вот оружие не дадим ему. Он его вроде даже не старается поднимать. А не, смотрите как. Ты поднял там оружие, да? Блин, блинский. Кто? Где? Так, ладно. Давайте отправляться, мы уходим. Ой-ой-ой-ой. Как насчет нас? Ну, их всех догоним, так что не переживайте по поводу того, что они убежали. Мы их всех догоним. Это имперский ключ, это вот, который убежал, падла. Запиши ответ. Давай. Его, кстати, скинуть можно также. Да. Классно. Со всеми разобрался. Всю броню снес себе нахрен. Жизни почти что сдох. Итак, ладно. Отправляемся дальше. Так, а мы что здесь забыли-то? А, мы ключ взяли. Правильно. Опаньки. Взять можем? Нет. Да. Ой. Сейчас тут летающая эта хрень будет. Если я не ошибаюсь. Вот смотрите, мы уже... Так, панель... Так, степень джедая выпускает одну стрелу, которая летит вперед, нанося мгновенный урон. Так, это что у нас, мол... Вот она. Ой, это, кстати, да. О, я захват умею делать. Вот теперь мы посмотрим, кто кого. Ах ты дрянь! Тихо. Да. Ой, что-то он вообще слабенький. Каши мало ел. Вот и все. Вот так. Имперские войска, получите, поганцы. Вас никто не любит. Вы ничего себе не представляете. Я вас всех
Хорошо. Ты можешь обойти. Ой, 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 ой. Ничего себе, чуть не проворонил. Ай-яй-яй. Так, жизни. А куда ты ушел-то? Так, ну вот это можем открыть? Нужен ключ охраны. Там... Нормально. Вот. Слышите звук? Это отлетающая ерунда это. Там еще пушки где-то есть. Ну ладно, давайте. У меня теперь меч. На. Бук. Ну-ка, давайте попробуем на скорости. На скорости ее прибили, не тратя патронов. И с другой стороны. Так. Все еще не настолько крут. Бунк. 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 Нет, нет, нет. Мы маленько по-другому. Вот так, так. И вот так. Так, продолжаем, продолжаем. На, на, на. Вот одна даже лишняя оказалась. Будьте готовы. О, ничего себе. Вы как здесь оказались-то, ребята? Еще где-то есть? Или все? Оружие. Да, оружием я не пользуюсь. Да. Топором убитый, ешь себе. Что у нас с жизнями? Жизни можно подправить. Я думал, там броня вообще-то. Ну ладно. Как видно, не она. Вот, кстати, смотрите. R2D2 и этот переводчик этот. Оба стоят тут. Два изваяния. Ну, можно, конечно, их убить вот так вот. Интересно, это больше нет? Нет. Мы тут все взяли. В дверку надо зайти. В дверку заходим. И что уже мы видим? Открыть огонь! Да тихо ты! Поранишься еще. Открыть огонь. Так. Что ты здесь сделал? Взял имперский ключ. Хорошо. Дверь нигде не надо открыть. Нигде. Здесь двери нет? Нет. И у нас остается только вот... Блин, это назад надо идти. Я так понимаю. Где нужен там имперский ключ был. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот сюда. А там еще наверх. Че, какая дверь открылась-то? Не понял. Ну-ка. Ну эта дверь открылась, но она мне нужна. Вам нужен ключ охраны. А я взял имперский ключ, а в чем разница? Ой-я. Открыть огонь! Так, ладно. Так. Ключ охраны. Вот эта штука должна открыться. Ну
Все. Я готов к сражению. Сначала убиваем главного соперника. Ага, увидел, что я сражаться буду, да, здесь сейчас. Тихо. Тихо. Получи. Вот так вот. Со всеми расправился и ничего себе не повредил. Открыть. Вот смотрите, надо успевать закидывать его. Да как так-то? Противник. Блин, с первого раза так хорошо было. Чё ж ты его не закидал-то? Жень. Зайди сзади. Какая серьезная попытка. Блин, ладно, давайте вытащим его тогда отсюда. Противник. А если ты выйдешь? Вышел. Куда ты убежал? Стой, голубчик. Все, теперь мы пополняем жизни. Включаем вон ту штуку. Где это? Все, это вот те ворота, которые мы открыли. И смотрите, что нас там ожидает. Вам не видно, да? Блин, не то нажал. Где она? Где ты? Вообще не то. Вот она. С кем нам придется сражаться? А теперь уходим. Покидаем данное заведение. Не забудем еще до соточки подправиться, потому что сейчас видели, армия бежит, чтобы остановить меня. Но мы-то знаем, кто победит. Добить их! Да. Кто у нас? Вот этот. Глупец. Нос не дорос. Я вам руки потрубаю. И спускаем. Так, нет. Подождите. Вот так. Но это не значит, что... Будьте готовы! Двоих сразу, заметили? Как я крут! Как я крут! Ну еще один он там. Пусть он там будет. Он мне... не страшен. Блин, блинский. Газанчи! Газанчи! Ты можешь обойти? Давай, смогу обойти. Все? Теперь включаем. Здесь нету никого. Ага. Только там, значит, есть. И зарубили. Поправим жизни. Сейчас мы ему там наваляем. Нам надо только на ускорение перейти. Не забывай.
Не забывай. Противник. Не. Всеми возможными способами тебя буду давить, падлу. Но я победил. Все, набираем. Броню. Выпиваем за здоровье. Или на здоровье. И теперь сваливаем на биту с Морганой. Почему с Морганой? Сейчас узнаете. Та еще тварь. А, щедрый джедай. Ты пришел сюда в поисках мести? Это не очень-то похоже на джедаев. Где твой мастер, ученик? Десан посылает свои приветы, но он слишком занят в долине джедаев, чтобы лично расставлять своих пешек. Что? Ты все еще не знаешь? Десан последовал за тобой в долину джедаев. И теперь сотни верных последователей Десана пьют силу долины, становясь возрожденными во славе силы. И за все это нам нужно благодарить тебя. Тогда ты убил Джен. Это верно. Мы убили твою женщину, чтобы разозлить тебя. Разозлить настолько, чтобы ты нарушил свои обещания и быстро нашел силу долины. Просто подумай об этом. Ее смерть и твой провал будут праздновать в будущих столетиях как события, которые открыли эру Десана. Мои поздравления. Прекрати трепаться. Так, вот сейчас-то мы запаримся ее заваливать. Так. Давай. Какая серьезная попытка. Давай. Вали меня. Она там. Блин, иди сюда. Тварь такая. Все. Смотрите, как я с ней расправился. Нет, пощади. Так же, как ты пощадил Джен? Она жива. Я могу сказать тебе, где она? Ложь. Я видел, как она умерла. Думай. Что ты в действительности видел? Что ты в действительности слышал? Ты думаешь, что мы рискнули бы убить одного из двух людей, которые знали расположение долины джедаев? Где она? Этот торг... грузовоз доставит ее на нашу базу в поясе Леника. Именно там стоит в доке корабль Галака, Дунгивер. И именно там он держит твою женщину для дальнейших допросов. Почему я должен верить тебе? Потому что я недостаточно храбра, чтобы умереть. Блин, я ее пощадил. Какая досада. Убирайся с глаз долой. Что? Ты слышал меня? Иди и молись, чтобы я нашел твоего мастера до того, как он найдет тебя. Какое благородство с моей стороны. На меня не похоже. Итак, садимся на транспортик и проникаем на базу к ним. База находится где-то, я понимаю, в космосе, либо на другой планете. Потому что это будет большая база. Thanks for the help, Lando, but I thought you were going to be working with the security forces. I was, but I got a better idea. What are you doing in that hauler? I'm heading for the Letico belt. Letico? What's Desan doing there? That asteroid belt is in the middle of nowhere. По-английски я не понимаю, поэтому не смогу вам перевести. Но они преследуют, чтобы тоже проследить за ними. Ну ладно, мы сейчас узнаем. Будем сваливать и узнаем. На этом все. Увидимся в следующем видео. Пока!